Поехали. Чего его не бьешь, скачешь? Я застряла в тебе. Одного давай хоть добьем. Все, добили. Зарылся один. Мишку лечи. Да ёлы-палы, не добили, что ли? Блин. Следи там за Мишкиными жизнями. Так, давай-ка отойти, мне кажется, отойти. Пока мы его бьем, он не зароется. Зов природы активируй. У меня какая-то. Все, убили. Ну ничего, у меня жизни, сейчас скажу, сколько у него. Больше половины. Ну, у меня тоже чуть больше половины. Я его уже лечила один раз. 450. А я два раза уже лечила его. 450 у него жизни. Один раз уже лечила. Ну, нормально, справились. Больше я боялся. На самом деле, что-то не так-то и сложно было. Но это клад был 13 уровень всего лишь. Ну, это... А вот который 20-й... Ну, там мы не справимся. Перман, можешь не поверить, мы там не справимся. А я верю, что справимся. Нет, не справимся. Ну не справимся, убежим. Бойчик там, когда вот он 20-й выкапывает, он тебе своих животных расставляет. Он там еще что-то придумывает, загораждение иногда что-то строит. Там вот у него видео было. Так, что-то смотри, строит там. Что тебе выпало? А мне ничего не выпало. Почему? А я далеко, потому что... Мне мифическая выпала только меховая шапка, остальное легендарное, желтое. Мне ничего не выпало вообще. Это надо было мне тебе сказать, что ты идешь выкапывать, и я бы к тебе подошла. Тогда бы у нас с тобой рандом был бы увеличен, понимаешь? Так а ты куда побежала-то? Вот же тут луч. Ты зачем... Я не побежала, я стояла там, на месте, где мы убили. Я была задом, я не видела, что ты пошел выкапывать. 83 уровня, по-моему. Ох, ничего себе. Бегут они за тобой? Да. Только как-то медленнее. 83-го, да. Блин, уже заросло. Хорош бы это рубить, иди к пушкарю, они уже вот рядом. Они закапываются. Ну, я далеко отбежал.
по нему стрелять. По тебе не попадают? По ним попадают. Да ладно, бросай ты этот бамбук, Аня, давай скелетов бить. Да я скелетов бью! Ты что, его не видишь, что ли? Нет. Будет плохо, убегай. Блин. Ну бей ты его. Куда его надо оттолкнуть, чтобы пушкарь-то доставал? Ой, нам кто-то пришел помогать. Ну, он смотрел сверху, пришел помочь. Так, и там еще остались. Еще двое. Иди к пушкарям, не бейся ты там. Пусть сюда бегут. Змеи еще, конечно, не вовремя. Все. Пошел выкапывать, а то это время долго прошло. Наверное, мы не всех убили. Сейчас проверим. Да, по-моему, мы стольких убили, как будто с двух кладов они вылезли. Одних здоровяков только 4 было. Выкапывается. Ой, я какой-то квест Treasure Master выполнен. И у меня тоже. Квест Treasure Master выполнен, получен какой-то скилл Treasure Master. Есть, yes. Да. А что это такое мы выполнили какой-то? Я не знаю. Какое-то что-то мы выполнили. Пойдем, спасибо, скажи. За помощь. А на каком языке? Не знаю. Надо английском. Так надо пушкарям говорить спасибо. Hello guys. Thank you for Hello. Help. Thank you for help. Dankeschön. Он написал не за что. На русском? Нет, на английском, NP. No problem, значит. Good luck. Мифические штаны, мифические сапоги.
Клади вот в этот, в левый мифический, я посмотрю. Потом пистолет тебе легендарный и легендарные деревянные средние оружейные эти. Ну я положу, посмотрю. Вот в левый мифический клади. Где карты? А, где карты? Ну да, чтобы я увидела. А легендарный куда? Желтые туда направо. А сюда мифические. Тебе что, такое ботинки и штаны выпали, и все? Да, и все. Ой, а мне много выпало. Но тут, пожалуй, самое. И синяя выпала постройка какая-то, верх. Синяя постройка, я ее сюда положу. Здесь самая ценная большая деревянная палуба. Да? Да. Легендарно? Зачем? Мифическая. Ну вот, посмотри, где карты. Да? О, и пушка тоже хорошая, урон. О, и пушка мифическая, по. Да, вот это повезло. Пушка мифическая, это что-то. Да. Так, ну что, у нас еще, ты видишь тут, сколько синих карт. Ну, а они уже послабее. А нет, слушай, еще одна. А нет, это на другом месте. Эти уже по 15 качества, по 16, по 14. Так, ну пойдем их делать. Аня. Я стою. Только ничего не руби, восстанови это. Я просто стою, Кирилл. Все, готово? Да. Ну, начали. Блин, они сзади выкопались. Не там, где. Все, мелкие кончились. Добивай. Закопался? Успел, закопался. Ну, сейчас восстанавливаюсь. Я этого убил. Это последний. Без зова 18, зовом 35. А у тебя должно быть больше, потому что у меня оно не до конца прокачано. Угу. Выкапываю? Да. Ну, у меня шарм 147, а у твоей потапывание... Так, что-то попалось. Мифическая еще одна деревянная палуба. Но тут уже. Тут уже прочность везет. Поменьше, 183%. Везет тебе. А мне попалась только легендарная кирка. Легендарные сапоги. И зеленая лопата. А у меня еще тут меховые штаны золотые, легендарные. Так, ну все. Едем на корабль. Ну тут просто было. У меня здоровье и выносливость вообще так чуть-чуть только потратилось. Ну, у меня нет уже.
принципе, выносливости уже достаточно. Сейчас пока качать ей жизнь и урон. Все, потом на урон, на урон, на урон. Да урон там прибавка по 0,2%, это вообще ни о чем. Да какая разница? Ну ей достаточно уже, ей только жизнь надо немножко прокачать. А остальное все на урон. Ой, мы куда пришли? Ну чуть-чуть правее взял. А что это за металл лежит, интересно? Синенький какой-то. Ну-ка я гляну, что это такое. Халцедон. Известняк. Hello. Здесь какой-то Стефан Оси какой-то, не знаю. Hello, man. Он что-то, видимо, не понимает. Hello. Ну ладно, он что-то, видимо, не понимает. Ничего себе, у меня Потаповна по 5 винограда ест. И эту силу активирую, когда они уже прям вырули, ну, выруются. Хорошо. Стой на месте. На месте стой. Ну-ка. По-моему, опять лопату не взял. Ну, поздравляю. Да. А у меня тоже нет лопаты. У тебя нет лопаты? Нет, беги за лопатой, бегом. Качество 12,9. Снова пушку. Ух ты, у пушки урон оружия 175%. Представляешь? Мне досталась мифическая большая деревянная палуба. Да, мне мифическое ружье. И золотые вещи. Шлемы золотые, шлемы и золотые ботинки. Ну хорошо. Так, все на корабль. Обходить надо тут, потому что высоко. Пытаемся, что? Стой на месте. Ой. Последний. Ты вот так в медведе, зря ты его, он же попадать будет. Он забагался, что ли? Да, в медведе, теперь не могу.
забагался, поэтому и не бил. Да. В мышке моем забагался. Я на него, потому что наехала прям. Они были 69 уровень, ты видел? Да. У меня аж волосы дыбом встали, как я увидела, что 69. Так мы убивали 85-го. 20 уровень, который около пушкарей-то был. Ты посмотри, сколько тут воды много тебе копал, единиц. Да я не там копал. Вот здесь надо. Так а ты воду не копал? Ну вот. 1000 с лишним единиц воды. 16 одинаково ты было вот нечестно. Опять мифическая деревянная палуба и мифическая одежда. Да, мне тоже мифическая одежда. Ты попила воды? Да, попила. Ну ты видела я мишкам, как, какая у них теперь? Да, да, увидела. Вот это мне нравится, на них красиво. Так, все, возвращаемся на корабль. Да. Чтобы с двух сторон их убить. А, вон они где. Ехай ко мне. Капывается один. Один закопался. У меня даже у Мишки жизнь и выносливость меньше половины даже не падала. У тебя не падало меньше половины? Нет, не падало. Ну я улечила уже один раз. Ну я два раза лечу. Так что с красной картой справимся. Ну, в этот раз вообще у меня ничего ценного нет. Ну, ничего, у меня только мифическая одежда. И топор мифический. У меня мифический молоток только и все. Мифический топор, мифическая одежда. Так, ну что же, это была последняя синяя карта в этих местах. Ромашки тут растут. Лекарственная трава. Да, ну вот так вот сокровища с тобой мы тут понавыкапывали. В
теперь можно ехать домой. А он что, один? Да? Стой, это кто-то, наверное, слона потерял. Стой, сейчас я попробую. Так, ну, сейчас я попробую. Давай я нырну. Ну, нырни. Он куда-то, по-моему, плывет. Нет, он никуда не плывет. Он нырни. Забирать его может, можно? А, нет, а у него как, он чей-то, я не могу его заклеймить. А сколько там клейма? 7 дней и 12 часов. Ну это кто-то сейчас здесь, видать, проплывал и потерял слона и не заметил. Да, так я даже на него, в него заглянуть не могу. Не, я даже заглянуть не могу. Ну кто-то, какой уровень не видно? Уровень 74, что? 73. Ничего себе. ГДФ. Компания ГДФ какая-то. Напиши на английском в общем чате, что кто слона потерял, ГДФ, и напиши квадрат. Это только что, видать, кто-то проплыл и потерял слона. Ну, не только что, потому что там 12 часов. Это... 12 часов? Это 12 часов назад, значит. А может, тут кого-то потопили? Нет, и потопили были в обломке. Так за 12 часов уж пропали. Нет, и скорее всего он упал с корабля. Ну, что поделать. Победи!
Наш дом мечты, в том доме ты. Живем мы вместе, я и ты. И рада ты, и счастлив я, что мы одна теперь семья. И птичка там еще живет, весь день нам песенки поет. И мы поем весь день и ночь, пускай печаль уходит прочь. Когда ты смотришь мне в глаза, то счастлива, что рядом я. Когда любуюсь я тобой, то ощущаю здесь покой. И не уйти нам от судьбы, навеки мы соединены. В том доме долго будем жить, любовь беречь и мир хранить. Наш дом мечты, где вместе мы живем, любя, лишь ты и я. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ.